Привет. Выбрался сегодня на раскопки, нашел уже такой вот палец. И вот здесь появился сильный сигнал. Идет перегруз, так что сейчас покопаю, что-то большое лежит. Вот тебе что-то и большое. Фольга лежала. Так что иду копать дальше. Вот так вот копаю, и кругом один мусор. Так что приехал опять на очередную мусорку, все загажено. Крышки, не крышки, чего только нету. Фольга, обертки. И все это под землей. Так что, когда видите видео, что приехал, накопал, да ни хрена подобного. Вот так вот уже езжу, и мелочевка попадается, и все. Ветер сегодня на улице. Расскажу. Прошелся я по над полем. Тут, наверное, с полкилометра. В общем, что, мелочевка. Как посмотришь видео. Да вот я выехал. Там сразу чуть ли не тонна. Вот такие вот дела. Потом заехал на ферму старая. Ну как, совдеповские времена, даже 90-х, была разрушена. Ну и сейчас люди там занимаются и скотину держат. Так что не стало там лазить, потому что все загорожено. Что вот такие вот дела. Сейчас поеду еще, может, куда-нибудь заеду, посмотрю. А так, говорю, посмотришь, да я вот нашел. Может, я что-то не так делаю? Напишите в комментариях. 2 часа по полю. И вот это вот, что я нашел. Так что, хоть бери, продавай этот металлоискатель. Или надо в других местах искать.